оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. А Навка опубликовала фото без макияжа. Вот так. Ну сомневаюсь, что там как бы она страшная, конечно же. Она страшная только потому, что делит ложе с Песковым, а так все нормально. Российская фигуристка Татьяна Навка выступила в свежем выпуске программы «Ледниковый период». В номере с трагичным подтекстом спортсменка появилась без макияжа. Сюжет танца Навки с партнером Андреем Бурковским. Андрей Бурковский, ты, пожалуйста, будь поаккуратнее, ты партнер Навки. Если Песков что-то заподозрит, он как бы инициирует ввод войск в твое тело с целью защитить там русских или сирийцев. Значит, сюжет танца был посвящен узникам концлагерей. Угу. Татьяна появилась на льду без макияжа. Позднее, конечно же, Навка опубликовала соответствующие фото в Инстаграм. Посмотрите обязательно один из моих любимых номеров. Пам-парам-парам-парам-пам-парам. Ну, все правильно, все хорошо, исторический номер. Главное, чтобы нормально, достоверно была донесена правда людям, а не та правда про советские войска. Да, помните, что сначала как бы их польские войска, польских офицеров вроде немцы расстреляли, а оказалось, сука, советская армия расстреляла. А потом еще и Украину поделила с Польшей. Ну, нужно правдивую историю доносить людям, правильно? Вот этот номер, вот эти костюмы. Ну, как по мне, образ выбран правильно. Какой тут нахрен макияж, туда же еще ее чуть так похудели. Не, все хорошо, молодец. А кто говорит, что она там страшная без макияжа, ну, то вот пускай сам откатает номер.